Управление по делам ГОУЧС, Госинспекция по маломерным судам, сотрудники полиции и скорой медицинской помощи, а также поисково-спасательная служба приняли участие в учебно-методическом сборе на берегу Волги. Ежегодно на территории городского пляжа рассказывают и показывают, как вести при различных ситуациях как на воде, так и на суше. К сожалению, в этом году у нас лето достаточно прохладное. Еще целую неделю у нас будет держаться температура плюс 15, плюс 17 градусов. Вода у нас на данный момент прогрелась всего плюс 13, что в данном случае говорит о том, что купаться просто некомфортно и тире нельзя. На территории всей Волги у нас, в соответствии с постановлением еще 2012 года, купаться у нас запрещено, кроме места специально оборудованного для этих целей. Это Новочебоксарский городской пляж. Уважаемые граждане, просим вас, купайтесь только в установленных местах, потому что подходной канал и в район пристани достаточно большие течения бывают. И, как правило, если люди не подготовлены, а если еще и находятся в состоянии алкогольного опьянения, как правило, именно их застает несчастные случаи. Помощь утопающим и при получении солнечного удара рассказали присутствующие медики. Спасатели должны знать, как выносить утопающего на берег и оказать ему первую врачебную помощь. Запрос конца Александрова, спасательного круга. Все это собравшиеся должны не только знать, но и уметь делать быстро и слаженно. Учения, которые проходят на пляже ежегодно в преддверии открытия купального сезона, позволяют обеспечить наиболее слаженное и оперативное взаимодействие между структурами. В соответствии с месячником безопасности людей на водных объектах, мы патрулируем водную гладь, можно сказать, с управлением ГУВЧС города Новочебоксарска, спасательной станции Новочебоксарска и с органами полиции в связи с акцией «Акватория-2018». И хотелось бы напомнить судоводителям, спасательные жилеты у всех должны быть на борту. А на лодках ПВХ они должны быть одеты. Дети дошкольного возраста сопровождаются еще дополнительно вторым взрослым человеком. На территории пляжа установлены знаки безопасности на воде буйки, где обозначено место для купания. Помните, что на территории города разрешено купаться только на городском пляже, который специально для этого оборудован. Ольга Лазарева, Павел Андреев. Новости Новочебоксарска.